Доброго времени суток всем, с вами вновь Билли, и мы будем продолжать проходить Спайдермена. Вызываю агентов в Хантон-Ярд. Предварительно мы давайте посмотрим, что у нас, где и как. Костюмы я уже показывал в прошлый раз, какие новые открылись. И осталось только два неоткрытых и третий вот, который надо тоже, ну точнее третий известно, картиночка есть, но неизвестно как его, ну как он выглядит вообще в целом. Вот, остальное все у меня вроде получено. Что-то не открыто, но хотя бы я могу посмотреть, оценить, сказать, нет, мне это не надо. Вот, ну и в прошлый раз мы тестили вот этот костюмчик, а-ля призрачный гонщик. Так, а сейчас мы давайте... Что сделаем? Тут ограбление рядом. Плюс есть голуби. Какой-то сайт-квест. Угу. Да, конечно, контент еще миллиард. Контроль, мы преследуем машину беглецов. Как там Майлз? Привет, Пит, ты цел? Да какой Майлз? И у меня тут... Об этом я хотел спросить тебя. Я да, а вы с моей в гуще событий. У нас много дел, но людям нужна помощь. И я лучше буду делать что-нибудь, чем ждать, пока кто-то все исправит. Понимаешь? Да. Пора на выход! Понимаешь? Да. Пора на выход. Блин, как быстро я с тачкой справляюсь. Раньше такого не было. Вот что значит. Придрочился немножко. Да почему я не уйду живым? Еще 10 в подарок! Так, ну, гайз, тут проблем у меня не будет. Я уже вроде некоторые моменты стал легко исполнять. Стал понимать, что, как, куда. У меня есть двойное добивание. Хотел вообще сзади ту хрень взять. В итоге взял гранату, которая лежала. Опа, нормально. Блин, как же это изи стало. Есть. Вернулся, хотя не планировал, конечно. Опять у ворот, незапланированный, так сказать. Все, что ли? Я больше... А. Вот, последнее. Очко в пользу хороших парней. Побег заключенных? Какие это заключенные? А, это, видать, из-за того, что... Ну, понятно. Обстановка в городе другая, и поэтому игра считает их почему-то заключенными. Так, я предлагаю сделать... Знаете как, гайз? Как предлагаю сделать... Вот за этим голубем сгонять, потом рюкзак и вернуться, короче. Не знаю, почему именно так, но... Так, подсказывает мне мое паучье чутье. Хотел бы так сказать. Хотя я так и сказал. Алло, Майлз, это Пит. У вас с Мэй все нормально? У нас много дел, но людям нужна помощь. Я лучше буду делать что-нибудь, чем ждать, пока... А шо, вы теперь будете созваниваться каждые 5 минут? Позаботьтесь о своей защите. Маска и перчатки. И время от времени отдыхайте, особенно... Ковид даже сюда добрался. Никто не заставит эту женщину отдыхать, если она не хочет. Но я постараюсь. Спасибо, Майлз. Обними Мэй от меня. И береги себя. Нормально он устроился.
Теперь за тетю переживать не надо. Он пристроил к ней молодого парня. Милф Хантера. Кек. Бля, ебаные голуби. Как же с ними тяжело. Еще и под обстрелом под этим. Можно было так низко не падать? Ты чего, паукан? Он так низко упал почему-то, что... Хрен был... Блин, еще ракеты эти. Она же была в зоне досягаемости, как я ее не поймал? Блять. Еще дальше от нее сейчас. Е! Все, мое. Так, шо, теперь куда мы? Идем за рюкзаком? Нет, я, короче, меняем маршрут, гайз. Идем вот за этим рюкзаком. Сори, что такие перестановочки, но я сегодня намерен прям хорошенько пройтись. Ладно, гайз, идем в Коламбию. Узнал, типа? Главное было нажать на кнопочки. Да хоть развалитесь. Так, есть. Хилимся, живем. Разбиваем им джобла. Припечатано. И ты тоже припечат. Оно. Да ты чё? Я же с тобой вообще не конфликтовал. В городе так плохо не было со времен, ну, основания. Со времен основания. Нормально сказал. Внимание. По полицейским. Вниманием. Нужна помощь Блумендейле. Шо это у нас? Каждый день я становлюсь все лучше и лучше. Брелок на ключи? Про меня. Жиза, братан. Так, чё, пойдемте на ограбление? Или что там у нас? Сбежавший, судя по всему, да. Со снайперками. Так себе сочетание. Так, а чё? А, они все на верхах. Засада! На меня? Я, блядь, тут о, их ждал. Право, не стоило. Надо было как-то это незаметно делать. Бесшумные нокауты? Бля, ну что-то об этом речи не шло. Ах вы твари! Ну а как мне их тогда нокать? Как мне бесшумно это нокаут делать? Когда я узнаю, что пора? А? Понял. Никогда не узнаю. Тогда просто трахнем их. По городу и даже летаю. А парни с реактивными ранцами гонятся за мной? В атаку, в атаку! Мы берем стиле, пока никого не покалечили. Тогда удары с раскачкой буду делать.
сайт, и там нигде не написано «Специалисты по усугублению кризисов». Иду к цели. Хорошо, когда идешь к цели. Я вот так не могу сказать. Почему вы были такие злые? Вам хотелось прилечь. Лежите. Лежите. Если вы победите группу врагов, она больше не вернется? А, что, да? В нынешних реалиях этих парней мне бы в союзники. Я занят. Но на то, чтобы поколотить отпетых преступников, время у меня всегда найдется. На склад продовольствия напали беглые заключенные. Все свободные машины в Манхэттене. А, тут даже так можно. Что-то я не в курсе был, что так какие функциейшн есть. Шо, этих я одолел. Шо тут у нас? Маскировочный... Я разработаю ткань, поглощающую звук и свет. Мне пригодится костюм невидимки. А, костюм невидимки. Маскировочный материал, по-моему, там было. Так, шо? Тут тоже все. Пойдем теперь вот сюда. Короче, у меня вроде бы был маршрут, но я немножко его поменял, точнее, выбрал другую локацию. И сейчас занимаюсь голубями этими. Да хорош меня выцепливать. Человек в зоне. Вокруг какое-то поражение. Этот голубь знает город лучше меня. К сожалению. Они мешают, если что. Есть, плюс голубь. Так, куда дальше, гайс? Пойдемте-ка мы вот на эту тему с черной кошкой. Вроде бы тоже недалеко. Так, уклонение. И правда недалеко. Да я же... Как он на стенку? А, видать, мой косяк, ладно. Доложите, какова у нас Соболь Контрол. КПП зачищен. Высматриваем паука. Да чё паука-то? Ты ведь... Ещё одно место, и мне хватит данных, чтобы найти черную кошку. Ну, конечно. По грубым подсчетам, она собрала около 49 миллионов. Если успею до 50, она обещала исправиться. Чего там так близко? Вот она, кстати. Ага. А, вот она. Черт! В этой галерее выставлен янтарный тигр. Ого. Он один стоит миллион. Надо прогнать мой алгоритм и найти Фелицию. А ты сейчас будешь это делать или как? Вот и убежище. Надо поймать ее, пока она в городе. А. Так я типа сейчас кошку буду ловить. Кошкин дом. Ну, сейчас пойдем, гайс, сейчас пойдем. Сперва, конечно, другие моментики сделаем. Почему бы и не зачистить? Кошкин дом. Говорят, Фиск сколотил состояние на продаже этих специй. Они хороши, специи но Фиска. Не настолько. Ишими Тагараши. Ишими Тагараши. Поймай нас, Собаль. Пора закончить этот автопробег. Блять, не в ту сторону. Идите,
нас права просрочены. Ну и что? Так, одна тачка ликвидирована. Сейчас мы ее остановим. Есть. И второй сейчас вылезут умбали. Хватит этих трюков! Давай, берись так, мужик! Разорву тебя на части! Не попадись в паутину! Что-то хрень какой-то мучил. Ну да ладно. Ой, это был сильный удар, кстати. Так, ты второй. Ну и ты третий. В баке его. А, все. Вот вам и доказательство, что им рано на свободу. Рановато вам на свободу. Так, что тут? Блокпост Соболя. И тема с этой... с кишкой. Пойдемте сперва на блокпост, раз он ближе. Логично. Не знаю, сколько там контента будет с кошкой, но любопытно. Внимание, почекать. Возможно, как с этим... с надгробием. Там до хрена было с ним. Помню. Опа. Юрий. Похоже, у базы Соболя был протест, и агенты решили просто арестовать митингующих. Решение настоящих героев. Ты можешь их вытащить? Соболей сложно убедить, но я умею быть убедительным. Это как же? Доброй ночи. Доброй ночи. Так, а как он меня увидел? Я же думал, это бесшумный нокаут будет. Тут много их еще. А есть еще вышки такие? Maybe со всех вышек их половить. Не храпи. Не храпи. У нас потери. Ну а чё он? Не добивается никак. Всё? Опа. Сюрприз. Сюрприз. Ой. Обезоружить врагов и бросить что-то. Кого бросить? Что бросить? Пора вздремнуть. Что сразу сзади? Что-то прям как-то изи. Это просто первая волна. Дальше будет сложнее. Тут аж трое. Вы что, охуели? Они никак не реагируют. Вы что, дураки? В атаку, в атаку!
Всех разоружаем. Гранатку бросаем. Еще одного разоружаем. А, этого не разоружал я. Да какой ты что творишь? Добил этого чела с ранцем. Тут можно не торопиться, потому что они действительно сильные бойцы. Этот гребаный соболь. Ебать, мне этот чел насандалил. Еще? Ну все, будет вам отрицательный отзыв. Еее, летающего вшатал. Не. Так как, я думал, я могу его добить сейчас. Сами прижмитесь к стене. Этот, конечно, прием, я не понимаю, как он так делает. Хе-хе. Нормально им там наприлетало. Будет вам сейчас скоро. Да, вручную долбить их очень долго. Блять, как же больно. Поэтому будем сражаться с ними нестандартно. Я буду на вас жаловаться. Я заказывал только один отряд враждебных агентов. А чё шутки куда пропали, только сейчас появились? Человек-паук, я слышала, что Соболь объявили на себе охоту. Огромная премия агенту за твою голову. Ну да, небольшая конкуренция внутри коллектива для позитивной рабочей атмосферы. Блять, не то бросал вообще. Это надо добить. Он летает. В атаку! Не люблю я летающих. Они проблемные. Догоните. Если сможете. Так что еще мы сделаем? Вот это можно еще заюзать. Слушай, это правда несложно уже. Да, вот это он подскочил. Чё говорит, маневр уклонения? Берегись паутины.
так они подбирают еще потом свои примочки. Типа, я, по-моему, этого человека без щита оставил, он уже подобрал. Вы бы хоть позвонили, прежде чем так заваливаться, а то ведь невежливо совсем. О, последняя волна. Я его опять швырнул. Минус один. Минус два. Это я аж сильный удар нажал. Нормально. Блин, прям что-то на изичах, я бы даже сказал. Минус два просто. Последний еще? Как насчет, чтоб та была последней? Ну ладно, нет, так нет. Резко минус два. Как насчет минус три? Нет. Это ваше. Это вы забрали тоже. Блин, неплохо получается. Пытаюсь как-то полезным быть. Это ваша. Так, электрическая паутина. Ударная. Воу-воу-воу, вот это увороты. Нормально. И этого тоже туда. С ракетницей. Тушарыч. Бля, как же изи. Когда не начинаешь все юзать, все эти замедления. Что-то туда-сюда. Ну и все, правильно? Что-то я долго провозился. Как в смысле долго? Нормально. Долго охренел. Так, и по-моему где-то здесь тоже... А, стоп. Надо же освободить людей, собственно. Я же не просто пришел пизды дать этим. Надо же спасать людей. Спасибо, Человек-паук. А, не за что. Выпустил людей из камер. Похоже, они не хотят продолжать протестовать. Ужасно, что Соболь лишил их духа свободы. Но пока я рада уже тому, что невинные люди не попадут за решетку. Спасибо. Ой, да ладно, она тоже, наверное, посадила кого-нибудь. Как-то могу сажать и не сажаю. Так, а вот здесь дом кошки где-то, да? Правильно? Тоннель свободы. Пока не появился пир, он был пристанищем для бездомных. А теперь он пустой. Есть. Ого, прикольно. Похоже, тут все, что она украла. Финансовые данные на семьи Маджи. Она хочет их шантажировать? Че еще тут есть? О, картина. На вид неплохая. Это украли у Фиска пару лет назад. И правда. Красивая картина. Нарисована прям сильно. Правда, вряд ли это какая-то известная. Так, а тут что? Вино из виноградника Маджи. Тоже Маджи. Она шо, так семью эту не любила? Там еще картины сзади, кста.
Так, ну это, видать, самое главное, но мы давайте посмотрим, что тут еще есть. Ого. А, я статуя? Я как раз на этой краже первый раз поймал Фелицию. Видимо, она все-таки довела дело до конца. Так себе ты, значит, поймал ее. Что ловил, что нет. О, все эти штучки, которые я искал. О, смотрите, кошка танцует с паучком. И держит его в банке против его воли. О, очень мило. Понятно. К чему эти отсылочки? Паук, ты прибежал сюда, чтобы поймать меня? Ты такой милый и симпатичный. Поэтому я приготовила для тебя кое-что лесное. Костюм? Потому что я могу. Темный костюм? Это все не могло быть просто игрой. Или... Могло или не могло? Так это костюмчик... А, понятно, человек, то есть паук, все для этого. Кошка ограбила наше хранилище вещдоков. Что? Как? Как? Да тут настоящий Форт Нокс. Все эти твои коты. Когда мы спрятали их в комнату с вещдоками, они связались, усилили сигнал и отключили сигнализацию. Никто не видел, как она влезла. Она знала, что я найду котов и передам их вам. Она победила. Снова. Что взяла? Свой костюм и снаряжение. Она оставила мне украденного на 50 миллионов, чтобы вернуть свои вещи. А значит, у нее в планах что-то покрупнее. Ух ты! Отдам ей должное. Она тебя одурачила. Ты рада этому? Ты улыбаешься. Мне пора. Так, а что, продолжение сюжетки с кошкой будет? Я знаю, что будет доп с ней. DLC, типа. Люди-пауки. Звезда интернета. Что за допники такие? Костюмы, но зато Гайс открыл новый костюм. А чё, он как-то это... Нет связанной функции. То есть это просто... Так. Ну, понял. А чё, и по заданиям как тут вообще? Никак, понял. Так, ну давайте посмотрим, что еще тут за допники есть. Вот вижу, тут еще есть. Ошибка, файл не найден какой-то. Над головой. Короче, есть еще сайды различные. Есть что полутать. В Гарлеме дохрена всего, кстати. Понял. Понял плюс понял. Ну, я думаю... Здесь... А, ну вот этот рюкзачок давайте я заберу. То он слишком далек от всего остального контента. Соболь, контроль. Доложите, каково. И думаю, мы направимся на сюжетную миссию. При обнаружении паука сообщим. Сегодня многие звонят нам с жалобами на сбежавших заключенных с острова Райкера. Они захватывают город. В центре Манхэттена появились буквально запретные зоны. Мы живем в антиутопии из фильмов 70-х. Чем же занимается полиция? Спросите вы. Вам это понравится. Похоже, беглецы захватили фургон с оружием и снаряжением для стражей порядка и забрали весь груз себе. По полиции стреляют из их собственных стволов. Старые очки. Очки мне не нужны с тех пор, как я получил силу. Ля, я бы такие носил. Всем сказал, что сделал лазерную хирургию на премию от Фиска. Блин, я тоже такие хочу. Ну, конечно, поновее, чтобы выглядели, но типаж мне понравился. Так, валим. Да что ж вы такие все злые? Так, 1600 мне аж туда. А там вон что-то какая-то движуха, давайте нагрянем туда на тусовочку. Здесь справа, да? Соболя чересчур грубят. Может, мне вмешать? Я забыл паспорт! Может, пару ударов сойдет за удостоверение? Я, как это вообще? Есть.
Хе-хе. Не, нормально, в принципе. Можно тут как-то работать. Это ваше? О, а что так изи, гайс? Мне нужно навсегда выгнать Соболь из Нью-Йорка. Фига себе, какие заявления пошли. Блин, ну там столько народу было, у меня прям проблемки были поначалу даже. А потом оп-оп. Так, давайте навыки посмотрим. Шо у меня, сколько очков свободно? А, одно. Понял. Ну, на одно вряд ли я что-то смогу купить. Мне нужно два. Два, два. Короче, 8 очков мне надо, и я все собрал. Все обилки. Дебилки. Хэк. Чё, опять движуха? Ракетные ранцы. Выглядит опасно. Эй, парни! Вы выглядите опасно! Хорошо, понял. Никаких селфи. Да ну где они? И все? Парни с ранцами долетались. Ты хорош, Пит. Ну, хз насчет шутки, но в целом, да, было неплохо. Ну, попа. Щитов, кстати, рекламных не так много в городе. Раньше в играх с Человеком-пауком было больше этого дерьма. Да ну не душите вы, алё. Еее. Одного? В смысле одного? Я бы поспорил насчет одного. Ну, теперь да. Да, жетонов преступлений я прям подфармил. Не буду врать. А продолжение реплики будет или просто, ну, не буду врать. В принципе, звучит неплохо. Больше врать не буду. Ой, блин. Уебался вертолет. Уи-уи-уи-уи-у. Так, это уже рядом. Скорпиона не вижу. Пожалуй, водохрон. Илище. На месте. Будь я наемником в костюме скорпиона, где бы я был? Позади тебя! Бля, он реально весь ядовитый я такой. Я сразу тебя прикончил, но мне платит Октавиус. И он хочет тебя помучить. И я не против. Помучить? Черт! Что он мне вколол? Сперму скорпиона, наверное, какую-то. Что это? О, это... Это что? Море яда? Нет, это не по-настоящему.
Это действие яда. Но рисковать нельзя. Надо забраться повыше и разобраться, чем он меня отравил. Типа под воздух, где более разряженный? В таком смысле? Ну давай заберемся. Так, тут вроде безопасно. Надо исследовать нейротоксин и создать противоядие. Скорпион удобно расширил ассортимент. Так, как мы это сделаем? Ну, допустим, вот так. Нет, не так. Блин, ненавижу вот эти заумные вещи. Я шо вам, гений какой-то? Нашли гений? Ну, допустим, вот так. Вот так. А, так все. Тут и гением быть не надо. Спектр найден. Анализ. Вещество опознано. Смесь токсина А и биоцистина. Мозг создает кошмары, а тело думает, что это взаправду. Надо быстро круто сделать противоядие. Начнем с натурального стероида. К примеру, подойдет экстракт белой эклипты. Тут рядом оранжерея университета. Там есть эклипта. Да, и тут везде просто эти краны от строек. Да, очень странно выглядит. Кошмар его. Но почему-то восприятие города типа адекватное у него. То есть он как будто бы, ну, видит все, что реально вокруг него. Это как дополненная реальность, что-то такое. Вот и оранжерея! Вот она! Должна быть эклипта белая! Да выпрыгни! Бля, как же он там урона-то получал столько? Вот она! Вот она! Кого? Что происходит? Это наяву или в голове? Может и так, и эдак. Док? Галлюцинации становятся сильнее, но ты справишься. Док? Вот петушара. Но как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. Я разберусь. Помогу. Наркоманская как-нибудь тема. Ой, Питер. Вечно ты берешь ответственность на себя. Уже Питер? Он уже знает, что он Питер, или что? Твой неистребимый оптимизм много раз заставлял меня продолжать работу, несмотря ни на что. Разве он знал? По нашей совместной работе. Простите, док. Мне так же. Это внутри у Питера, у самого? Но вот это не знает. Ты сожалеешь, но ведь именно ты понятно позволил этому случиться. Короче, непонятно, что со мной происходит. Посуди сам. Раз я так много для тебя значил, почему ты позволил мне разрушить себя? Я помогу тебе! Это нейропаутина, она действует на сознание! Ты... Вот и белая эклипта. Что происходит? Ага, геймпад сейчас выпрыгнет из рук. Какие-то взрывы. Опа. Поможет мне на какое-то время. Но для антидота мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри делали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Кстати, да. Станции Гарри могут быть полезны. Скорпионьи хвосты. Прекрасно. Спасибо, мозг. Как ты, паук? Чувствуешь, как конечность холодеет? Скорпион? Как ты узнал мой номер? А как он звонит? Что за бред? Алло, это Скорпион. Возможно, я не
выведу из себя этот яд, ты у меня получишь, маг! Букашка разошлась не на шутку. Удачи в погоне за розовыми слонами. Он же понимает, что он опять огребет этот скорпион. Почему он так выделывается? Хотя данная ситуация хз. Мне нужен атропин. Он как наркоман, кстати, это говорит. Мне нужен атропин. Че, в секрет сейф? Атропина нет. Опять такая же фигня. Опять разговаривает с этим доктором. Доктором. Ты опоздал, как и в случае со мной. Вы не такой, док! О нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным. Та часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться от оков. Я помог? Каким образом? Простите, я вам помогу, клянусь! А, не, а как, почему? Я вроде все как надо нажимал. Даже внизу потом, когда он сорвался, я еще нажимал кнопки. Простите, я вам помогу, клянусь! Так, пойдет? Хватит себя обманывать! Ты никому не помогаешь! Что это было? Я думал, он сейчас перевернется, типа, сознание раз, вот так, и типа... Потому что выглядело не как стена. Ну ладно. Я, видать, даун чуть-чуть. Не убегайте от меня! Дайте мне шанс! Мне от тебя ничего не нужно! Ну как это? Неудачник в жизни. Что за клешня? В работе! Ты несешь только боль! Нет, неправда. Стойте! Я не отступлюсь! Не только боль. Поговорите со мной! Я могу помочь! Хочешь войти со мной как со стороны? Так почему ты падаешь? Почему? Я думал, тут как в городе работает паутинное управление, а тут как-то иначе все. Ты шо, дурак? Ты чё падаешь? Поговорите со мной! Я могу помочь! Да поговорите с ним, хочешь, но у него шиза. И как с остальными? Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? Нет. Да нет. Он не будет сиять на свободе. Вот так вот? Я видел, Питер, как ты делаешь заметки. Воруешь идеи, крыса в моей собственной лаборатории. А я называл тебя другом. Чего? Я же ваш друг, Отто! Пожалуйста! Я всегда был за вас и всегда буду! Наркоман совсем. Ты продавал мои идеи Норману, саботировал мои величайшие проекты. Не думай, что я этого не видел. Не думай, что я не знаю. Вот он, атропина. Давай уже, атропина. Опять падение. Прыжок веры. Вот почему я против всех наркотиков и прочего дерьма. Прикиньте, вот в такой ситуации оказаться. Жесть. А ты чувствуешь совсем не то, что есть на самом деле. Теперь надо изготовить антидот. Нужно вернуться в лабораторию. Ты все еще с нами? Не почти исцелен. Простите, что сорвал вам план. Да, не волнуйся, паучья башка. Это множество сюрпризов. Мы очень скоро увидимся вновь. Обязательно. Да нет же! Нет, это плохо. Это всем известно. Ебать, сколько их тут. Даже думать не хочу, чтобы на это сказал. Купаться запрещено. Да я же подпрыгнул. Ну вон я на место добрался. Камон, когда в воду падаешь, ты не можешь сразу из нее выпрыгнуть. Добрался.
А, Сюда. Ну вот, справедливо, справедливо. Надо смешать антидот. Так иди-то быстрее, чё ты шагаешь как модель? Так паузи. Не хочешь? А по-моему, да. Ты на моей территории. Ты такой же, как Осборн. Хочешь украсть твои труды? Все, что будет дальше, на твоей. Ты думал, я про тебя забыл? Скорпион? Ты хоть настоящий? Ну, сейчас узнаешь. Вот мой момент. Опять галлюцинация. Пошел хорошо, на. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Фиг. Гребаный скорпиончик. Пацанчик-скорпиончик. Фух, допрыгнул. Я уже думал, будут проблемы. Все не так просто. Да куда проще? Ты просто яд, который хочет меня отвлечь. Ну давай. Один есть. Готов. Ты неудачник. И всегда только им и будешь. Он меня провоцирует. Вот этого можно добить. Вот так. Еще немного. Из тебя всем вокруг жилось бы лучше, и ты это знаешь. Мне нужно сосредоточиться на деле. Это предпоследний, по-моему. Еще один есть. Я еще одет в цвета скорпиона. А где-то еще понять бы где? А. Мне, герой, ты несешь всем одни страдания. А, тут их двое еще. С троллями. Одного забанишь, еще один выйдет. Остался один. А, так ты тоже оплетен. Не заметил, как это случилось. Все. Это последний. Я еле стою на ногах. Вот она, центрифуга. Кого центрифуга? Наконец-то. А, он в лаборатории, типа, просто глючит у него все. Вроде сработало. А где мой костюм? Я слегка переборщил с обеззараживанием. Главное, что в маске. Надо бы одеться. Другое дело. Сделаем вид, что ничего этого не было. Да, хорошо, как скажешь. У него турханы с пауками. С самим собой же. Лучше ранения от скорпиона не получать, я думаю, больше. Ой. В голове туман. Неспроста. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующей дракой. Прошвырнусь по городу. Так, шо у меня? Могу гаджеты новые замутить. Точнее, качнуть. Увеличение радиуса действий левитационной матрицы. Берем. Так, тут что? Тут пока нельзя ничего. Так, а ударную паутину что, нельзя качнуть? Ага, достаточно средств, ну так давай купим. И тут достаточно. И тут. И тут. И тут нет. А тут? Зоны поражения оглушающей волны. Ну давай. Испытания нужны. Много испытаний. Ладно. Я могу качнуть что-то. Можно бросать выбитое оружие. Брошенный предмет наносит урон всем врагам вокруг. Либо... Нет, давайте лучше вот это возьмем. Мне это нравится. Так, это повыше сюда вернем. Так, шоу мы тут можем... Сайт-квестик есть. А вот есть тут у меня... А, ну вот как раз где я изначально был. Давайте мы вот эту базу зачистим. И вот этот сайт-квест. А. Голубь. Сперва голубь.
Сперва пойдем голубка поймаем, потом база, потом сайд-квест. Ну и еще вот тут есть еще что-то. Уже у этих беглецов заложники. Эй, вы уронили эту банку с побоями! Пощады не жди! Ты шо, этот, который из фильма? Он не такой стиль. Привет, Ружей. Как он? Можно задать тебе один непростой... Железный человек 2. Имеем ли мы право отказываться от друзей? О, Пит, ты про Отто? Что, так очевидно? Да, я тебя понимаю. Знаешь, возвышенная часть меня хочет сказать «нет». Настоящий друг всегда должен быть рядом, даже когда люди заблуждаются. Но то, что сделал Отто, даже не знаю, Пит. Думаю, тебе нужно решить, есть ли еще тот Отто Октавиус, которого ты знал. Да и был ли когда-нибудь вообще? Да. Ну, даже так? Наверное. Спасибо, МД. Думаю, мне надо все обдумать. Звони в любое время, Пит. Поговорим. Надо же, как она изменилась. Звони в любое время. Поддержка, все дела. Но при этом, мне кажется, о таких вещах надо не с девушкой своей совет. Ну, точнее, не только с ней, скажем так. Наблюдательный пункт развернут. Обстановка в норме. Типа, порой о друзьях надо, мне кажется, лучше с другими друзьями еще советовать. Хотя, если девушка друг, то, может быть, пойдет. Пора домой, приятель. Бара-бара-бара. Бери-бери. О, Человек-паук, ты чудо! Я только что нашел Ванессу, она здесь! Ванессу? Ты шо, блин? Забавно звучит. Сандра рада, что они вернулись? Ну, вообще-то, она больше не с нами. У нее был рак. Говард, мне так жаль. О, все нормально. Ага. Жизнь, чтобы жить, а не чтобы хандрить. Это первое, что она сказала, узнав свой... Юрий, слушай, группа беглых заключенных... Почему прервался звонок? Из-за того, что я пришел сюда? Нам сейчас меньше всего нужна перестрелка в жилом квартале. Сможешь разобраться по-тихому? Не факт, что получится тихо, но я могу избежать большой перестрелки. Правда, потом все будет в паутине. Хорошо. Удачи. А почему? Как спускаться? Ну, более-менее. Я что, барабаньки? Барабаньки. Шо, снайперы есть? Снайперов нет вроде. Но есть патрульные такие вот. Шо? Ну вот того можно без опасности. Выключаем. Насекомыми, ты шо, дурак? Это тоже безопасно. И это безопасно. Что-то я перестал людей подвешивать на паутине, как это было часто в начале игры. Сейчас в основном я их сам прилетаю, оглушаю. Не то, чтобы я соскучился. Но просто как-то разнообразить думал. Maybe. Лейди, беган! Лейди, опять раз у
не включил. Есть только один выход, человек. Крыса! Бывает. Сладких снов. Берегитесь, паука! Эй! Куда все делись? Мне нужна помощь! Никого нету. Паук, он должен сдохнуть. Почему сразу сдохнут? Я точно на базу пришел, на вражескую? Заключенные, у вас как-то все грустненько, если честно. Фига он здоровый. Ой, аж упал этот геймпад. Подмога! Судя по всему, им не терпится попасть обратно на плот. Это считается за идеальное уклонение? Ну, будем уклоняться тогда. Веди его кто-нибудь на землю! Мне главное уклоны, но, блин, что-то Гайс вообще вы ни о чем. Уклонись-ка! Да я уклоняюсь. Это считается за добивающий прием? Походу нет. Ах вы твари. Блин, какая-то еще ресничка попала в глаз. Че, добивающие приемы какие-то будут? Жду, когда будут добивающие приемы, чтобы сделать. Есть. Ему конец. Ну, теперь можно уже и без них, без уворотов. Подкрепление. С таким поведением условно-досрочное вам не светит. Человек-паук, у меня сообщение о выстрелах. Подтверждаю, но они ни в кого не попадают. Так держать и дальше. Хорошо, тем более, что кроме меня они ни в кого и не стреляют. Ля отчитался. Че, добить же можно было? Да, давай. Так, еще сколько? Еще 8? Да тут не будет 8 у меня. Ну ладно, еще 7. Печально, что у преступников больше верных друзей, чем у 6. Ах ты скотина жирная. Ах ты ж, как же это больно было. Не успел увернуться. Пытается зайти с тыла. Е-е-е.
Хорошо, все. Хоть бы раз кто-нибудь вот так же радостно бросился на помощь мне! Или хотя бы просто постоял рядом! Теперь моя! Был один мужик, темнокожий. Может быть, сын его тебе будет также бросаться на помощь? Ля, двое осталось. Это была проблемка. Есть, выполнил наконец-то эти чертовы квесты. Блять, я же нажал. Ну, видать, не нажал ни хрена. Чё, тварь? Фу. Были проблемки у меня тут даже, я скажу. Капитан, все заключенные связаны, можете забирать. Спасибо. Мы бы не взяли их без колоссального. Можете забирать. Надеюсь, местные тебе благодарны. Угу, как же. Все ебало благодарности. Так, ну я здесь закончил, тут был где-то сайт-квест. Так. Нужно заняться Скорпионом, но я еще не видел тетю Мэй после пожара. Пожалуй, забегу в пир. Тут же... А, вон он. Правильно? Да, вот он. Ошибка, файл не найден. 3000 опыта. Вот его хочу сделать. Слышь, паук! Слышь. О, Человек-паук, ты чудо! Я только что нашел Ванессу, она здесь! Забавно звучит. А, Сандра рада, диалог сейчас этот будет, ну, до конца. Вообще-то, она больше не с нами. У нее был рак. Говард, мне так жаль. О, все нормально. Жизнь, чтобы жить, а не чтобы хандрить. Это первое, что она сказала, узнав свой диагноз. Я постоянно себе об этом напоминаю. Но это сильное заявление, конечно. Хорошо. Найти остальных птиц очень важно. Спасибо, Человек-паук. Душевная такая история. Хотя, я не знаю, что за Говард, почему ты ему помогаешь. Как-то, ну, я так понимаю, это один из тех, кто был в пире. Вызываю все машины. Ладно. Что тут за сайт-квест? Давай, рассказывай, дядя. А, сразу загрузочный экран. Ну, понял. Тут, видимо, некоторые сайт-квесты такие, ну прям, очень Джеймсон слабые. Прав. Ты тут геройствуешь, а нам потом приходится за тобой подчищать. Что это вы на меня взъелись? Фиска отпустят. Сомневаюсь. У нас против него железобетонные улики. Их больше нет. Грузовик с вещдоками перехватили. Что а, и типа, раз его диска, перехватили, то уже все. Просто не отделается. Я верну эти диски. Вы чё, вы адекватные? Думай. Все вещдоки снабжены идентификационными чипами. Если я найду эти чипы, найду и жесткие диски. Надо спешить. Я, конечно, смеюсь над Джеймсоном, но то, что он про меня говорит, некоторые принимают на веру. Люди Фиска украли жесткие диски у полиции, а виноват почему-то я. А кто ладно, еще? Главное сейчас, чтобы Фиску это все не сошло с рук. Писку. Как же я мог забыть про шутеечки, про Фиску и Писку.
Пам-парам-пам-пам-пам. Не, ну, засадить Фиска... Ой, засадить Фиску... Не знаю даже. Можно продолжить эти шутки? Хотя они уже туповатенькие. О, что? Ссать охота? Вовремя. Судя по всему, их еще не разломали. Я ну так что, понимаю, отберем у Вилли билет на свободу. Нельзя делать это. Ой, да какой стелс, камон. Давай, что там у тебя? Как же сказал, как жена, которая с ложечкой заходит в комнату, такая: дорогой, вот на, попробуй. Е-е-е. И все? В очереди за новым смартфоном и то злее дерутся. Это да. К сожалению. И тачку им еще испортим. Отлично. Осталось вернуть их в участок в адской кухне. А ты уверен, что на этом все? Какой-то слишком простой сайд-квест, если честно. Вот бы увидеть рожу Вилли, когда он об этом узнает. Небось поперхнется тюремным винишком. Тюремным винишком? Я думаю, сейчас что-нибудь еще какие-то вводные будут. Какие-нибудь еще, не знаю, отпечатки пальцев перевозили на другой машине, их тоже увезли. Не знаю, что там еще могло быть. Ящик с нижним бельем. Фиска тоже был утерян. В них перевозили наркотики. Котики перевозили в них наркотики. Куда? Далеко. О. Фиск никуда не денется. Я принес жесткие диски. Секундочку. А как это ты, интересно, узнал, где их искать? Может, вы с главарем и правда заодно? Вы серьезно? Зачем тогда мне их возвращать? Думаете, мне больше заняться нечем? О-о. Ракеты! Прячьтесь! Эй, вам не кажется, что это перебор? Так, ну ладно, он упал. Бывает. Вот и новые вводные. Нас все силы. Нас? Ты серьезно думаешь, что эти люди на твоей стороне, братан? Хе-хе. И все ради дисков? А про облако вы не слышали? А до этого разделаться со мной! Ох! Черт, где прикрытие! Где враги-то? Next. Гангстеры экономят бензин. По крайней мере, Фиск заботится об экологии. Не храпи. Да уж, люди Фиска по сравнению со всякими, не знаю. Ну, опять же, приведу пример Соболь. Они не прокачаны
настолько сильно. Черт, кто-то из людей Фиска пробился наверх. И кто же там? Говори, где винты? Иди к черту. Какой-то просто бандит Фиска? Все. Легендарный жест. Ты меня прости, я насчет тебя ошибался. А Джеймсон пусть катится к черту. Да, ты ошибался. Петушара. Это правда, что ты из другого мира? Ага, Куинс называется. До встречи. О, взял, рассказал, откуда он. Ты что, дурак? Ну, так-то в среднем более-менее неплохой сайт. Квест. Да мне даже зашло. Поначалу я подумал, что-то слабенько. Потом вроде как что-то более-менее разбавили. Так, ну что, гайз. На этом я заканчиваю сегодня. Вот. Мы прошли небольшую сюжетку со Скорпионом, но мы его, конечно, не поймали. Мы его поймаем в следующем видео. Вот, закрыли очень много различных дополнительных активностей, сайт-квест, различные базы, там, с кошкой костюм разблокировали. Короче, много чего сегодня успели сделать за час с небольшим. Вот, и на этом сегодня я заканчиваю. Благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, я буду этому очень рад. Вот, и постараюсь ответить на ваши вопросы. Также можете подписаться на другие мои ресурсы, на группу ВКонтакте «Саратовский летсплей», либо на другие каналы, на других платформах. Все можете найти в ссылках в описании под любым из моих видео. Вот. И тогда увидимся в следующих видео. Всем пока.